Приветствую всех на своем канале. Сегодня 4 ноября 2023 года. Пора расширять категории граждан для мобилизации. Это подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье для британского журнала The Economist. По словам генерала, армия нуждается в наращивании резервов. Но в украинском законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей. Поэтому военное руководство вводит единые реестры призывников и расширяет категории украинцев, которых можно мобилизовать. Также запускают в действие так называемую боевую стажировку. Таким образом, дают возможность недавно мобилизованным пройти подготовку в строевых частях.